Відео новини на Ріо Бердичів. Картинки огня засверкали, закружили меня. Танец живой не унять, не унять. Вечер в многоцвете и лиц унесет во тьму, не зная границ, растворяя хор белых птиц, белых птиц. Спасибо, Киеве родному. Скрипка грає,
часу зря. Але ніколи у моєму серці не згасне та дивна музика нашого першого кохання. Знаете, я хочу с этим немножко не согласиться. Почему? Потому что не зря, я какое количество денег тебе принесут, и скажут, сделай, Владимир, с этого моего ребенка, а не Лорак, или там Албористому, или еще там Суфи Михаму. Да нельзя это просто. Ну, если нет той помпы вот здесь, если Господь не дал вот этого комплекса и внешности, и разума, и энергетики, то это действительно очень сложно. И таким детям я, невзирая на то, что ко мне обращаются богатые люди, я говорю нет, потому что не количество детей. Вот. Она будет петь у вас на дома, во дворе, в комнате. Едьте про Гавард, Нью-Йорк, и там давайте детям образование, и все будет нормально. А нет, просто нашу нормальную школу. Я сейчас немножко отдохну и вам расскажу. У нас в Киеве есть лицей на Печерской. Очень модный лицей. Там дети все в Гуччиях ходят, там, Версачи, ну это все это. Верту телефоны только, если нету, это просто, это не хорошее слово, это нельзя. Должны в класс приходить только так. И я как-то ждал, чего я там стоял. Наверное, машины не было запарковаться. Я просто после встречи ждал, когда моя машина ко мне подъедет, и все. Выходит девочка, лет 15. А там от Майбаха до Бентли, до Мерса, там такое дело, Порше, все запарковано, и каждый ваш водитель забирает своего ребенка с лицея. Вот выходит эта девочка. Здесь пробито, здесь пирсинг пробито, вот, вот тут пробито, вот, и она выходит, и ему пятиэтажный. И все, пятиэтажный, я тебе тучу, ты сейчас завтра будешь уволен. Вы знаете, я так послушал это все и сказал, нет, мои дети будут ходить в нормальную школу, простую школу. Почему? Потому что действительно важно, чтобы педагог 10 раз не сжимался перед уроком, перед математикой в классе. Тогда его папа не уволит с этой школы и так дальше, и так дальше. Это все шутки, но действительно мы теряем вот эту духовность, вот эту связь. Потому что деньги, бабки, вот это все, оно мешает. Но к чему я все это вывел? Потому что на эту сцену сейчас выйдет моя ученица,
который уже занимается в консерватории. Я ее первый раз прослушал, когда ей было 9 лет. Я приехал с гастролей, и ко мне привезли этого ребенка, я послушал. Конечно, еще когда кадык не сформирован у певца, у артиста, у ребенка, сложно судить, что будет дальше. Все-таки я услышал этот голос. Это не я услышал, это Бог услышал. Ваши аплодисменты. Ксения Горчакова, город Харьков. Do it.
Добра вам, любви и счастья. Спасибо вам. Заслуженный коллектив Украины, балет на Ходуле, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Украины Арсений Люманов и ваши аплодисменты Ксения Горчакова. Народный артист Украины, лауреат государственной премии имени Тараса Шевченко Владимир Гришко. Дякую за такие теплые теплий привіт і вітання від найкращих людей, котрі живуть у славетному святому місті Бердичів. Ваші обласки, дякую. Спасибо, дорогі друзі. Я обіцяю, в следующий раз на День города приеду з оркестром, і ми там так зачимачичим. Такой сделаем концерт, все пофіншуем будет. Спасибо вам огромное, что пришли. Всем здоровья, Божьего благословения, низкий шалом, всех любим и до скорой встречи, спасибо. Хотел бы поблагодарить организатора этого концерта. Спасибо вам за то, что пригласили артиста Гришко, а я всегда буду с вами. Спасибо, спасибо. Новини шукайте на Ріо Бердичів.Інфо.